Так, друзья, здесь сложность нарастает. Сейчас я сделаю их. Вот так. Ай, блин. Все бы шло хорошо, если бы... Твою ж мать. Потная партия. Что ж, на сегодня хватит, друзья. Ставьте лайки. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ух ты, маленький жабеныш. Кто кусался? Кто кусался? Да, мам. Опять будешь сидеть перед компьютером до утра? Ты поэтому в полночь звонишь? Завтра суббота. Ты бы хоть вышел погулял. Солнце увидел, в конце концов. Какое солнце зимой в Петербурге, мама? А солнце обыкновенное, как и везде. Ладно, мам. Еще что-то? Вставай пораньше и увидишь. Не понимаю, друзья у тебя... Так, все, мне нужно работать. Что ты сидишь сутками напролет в своем компьютере? Давай, пока. Ничего себе. Ты что тут делаешь, чувак? Я просто вышел покурить, а дверь захлопнулась. Хм. Тебе всегда так везет? Первый раз так. Дадите позвонить? Хм. Ты, конечно, стрелял, чувак. А он не дернет с твоим телефоном? Пусть рискнет. Мать трубку не берет. Если что, я Нина зовут. Если позвонит, скажите, что я ее здесь жду. Нет, нет, спасибо, я не употребляю. На, курни, а то твой день так и останется убогим. Я и правда не хочу. А ты пробовал? Нет, не хочу, правда. Ты не можешь знать наверняка, пока не попробуешь. Чё ты как тёлка? Он и есть тёлка, в девичьей пижамке спит. Ну, вообще-то это не секс. Ладно, чё ты для парня докопался? На, выпей. Хоть немножко взбодришься. А то ты какой-то помятый.
Что это за дрянь? Легкий антидепрессант. Все нормально. Ты еще потом спасибо скажешь. Так, пойдем? Тебя как? Леша. Леша. Пойдем с нами. Повеселимся. Куда я в таком виде? Ты же с нами, не парься. Посидим в клубе, музыку послушаем. Да я еще не совсем выжил из ума, чтобы идти в клуб в тапках и пижаме. Неприлично отказываться, друг. Да не переживай ты так. От одного раза не подсаживаются. Ну ты ржешь, дура. Что? Не говори с ней так. А то что? Ну, это неправильно. Виноват я, не она. А если тебе рожу начищу, так будет правильно? Слушай, ну, мне кажется, это будет немного перебор. Ладно, выпьем. И забудем. Теперь выметайся. А ты можешь остаться. Спасибо. Но я лучше пойду. Да и пошла ты нахрен.
Алло, кто это? Нина? Вы мать? Это моя мать. Приезжайте, пожалуйста, на опознание. Морг Центрального района. Слушайте, это мой телефон, и я матери звонил с его телефона. Я звонил ей несколько часов назад с его телефона. Да это моя мать звонила. Поехали в отделение, только... там разберемся, кто чья мать. Дайте только позвонить. Оттуда позвонишь. Нет, я вообще не употребляю. Я случайно туда попал. А больше я ничего не знаю, правда. Ну почему? Я же правда тут ни при чем. Я его впервые вижу. Извините. Требую адвоката. Куда тебе ехать, Золушка? Тебе куда ехать? В Вознесенский, 55. Понятно, сейчас. Да, вот это пятница. Да уж, не суббота. Завтра на работу. А ты вообще чем занимаешься? Я стример. Я играю, а люди смотрят мои трансляции. Ясно. Тоже выбираешь небытие вместо печали. Небытие вместо печали? Серьезно? Думаешь, я на последнем дыхании? Смотришь дурацкие черно-белые фильмы? Только хорошие смотрю. Вознесенский. Слушай, спасибо, что подвезла. Но я пойду. Слушай, я подумал, может, стоит дать эту миру еще один шанс, если ты дашь мне свой номер. Буду ждать звонка. Ну, сейчас. Слушай, я подумал, может, стоит дать эту миру еще один шанс, если ты дашь мне свой номер.
Алешенька, что случилось? Все нормально, погулял с друзьями. С какими друзьями? Я не пойму, что происходит. А кто умер? Сынок, у тебя что? Неприятности? У меня все хорошо, мама. Точка. Это так, потому что я так сказал.